Привет, моделисты и моделистки AK, город Цинциннати, штат Огайо. Сегодня в коротеньком update Windows. Почему ты, Crazy, показываешь нам какой-то DHL? Потому что, ребят, это доказательство, что теперь мне уже никуда не, так сказать, не сьюлить, или как по-русски правильно, не скосить, откосить от закольцования макета. Идет 4 коробочки от Рока, которые я заказал 21 августа. 27 они уже все подбили. У меня еще несколько было позиций с прошлого заказа, которых не было, ну, которые были новые. Они не пишут, что посылают, но доходят до определенной суммы, по-моему, до 2 штук как минимум. И тогда автоматически идет этот шиппинг. По идее, это шиппинг бесплатный. Я не вижу, ну, это, наверное, вбито в цену, разумеется, но отдельного, сколько это стоит, этого нет. То есть DHL, смотрите, да, за несколько дней они подбили все, и 27-го отправлено 4 коробочки. Потом они как-то разъединились здесь немножко стрёмно. Потом они соединились как-то. 3, 1, 2, где здесь, что там... В Америку пролетел. А, в кастом уже здесь, Брюссель, и уже в Цинциннати у нас. Хотя написано Erlanger, это штаб-квартира DHL здесь. По-моему, здесь самое главное. На 100% не уверен, но обычно все делается очень четко. Дальше. Вот из-за того, что коробочки разъединились, вот одна пошла... осталось как-то подольше, что ли, в воскресенье, прикинь, а сегодня уже, значит, а сегодня понедельник, значит, 2 и 2, две коробочки точно уже вот Erlanger, Кентаки, отсюда с их хаба, вот здесь, да, уже на грузовичке и идет ко мне домой. 4, да, видите, что там, наверное, на конец дня, на сегодня, в понедельник, привезут 4 коробки. О! Так что можете меня как угодно обкладывать, если я ничего не буду делать. Просто жестко, как вам, можете издеваться, писать комментарии любые. Вот, но нету экскьюзов. Все, в работу теперь. Вот такая история, ребят. DHL, конечно, классно работает. У меня есть кореш, коллеги, вернее, сотрудница на работе. Ее муж работает там. Один раз он спас мне, как его, этот шиппинг. Потому что, я уже, наверное, рассказывал, написали в этих, как они называются, вот в этих кранах, по-моему. А, не в кранах, снегоуборщиках, модели снегоуборщиков, я не шучу. Я рассказывал, но на всякий случай еще раз. В модели снегоуборщика написали, что это снегоуборщик, снегоуборщик и прочее, прочее, прочее. И на таможне здесь, в Штатах, сказали, у вас не нужна нам документация, какие масла, какие там сопутствующие материалы и прочее. Но они Рока не расписала четко, что это и модель вообще. Невероятно. Перехватили где-то на полдороги, чуть ли не на полдороги, вернули обратно все. Не в прошлый Новый год, позапрошлый. Вот так. Прикол, да? Ну вот, ребят, такая история. Сообщу, наверное, если коробочки появятся, будем делать глубокий обзор, там, что к чему. По-моему, какие-то есть наборы и другие классные вещи. Вам, ребят, успехов, всего наилучшего. Спасибо за поддержку на Патреоне и вообще канала, это очень помогает. На основном канале тоже, там я более активно стал, на DCC Train. Спасибо за поддержку там и успехов. Давай.